Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем год. Один раз расставались из-за разногласий в быту, так как жили вместе, но решили сойтись еще раз. Сейчас понимаю, что у меня нет сильных чувств к нему, но если расстанусь с ним, то буду по нему скучать и захочу вернуться. Возможно, я еще не нагулялся, мне не нужны серьезные отношения. Либо я просто боюсь оставаться одна. Что делать? Нет, ну вообще, самый лучший ответ здесь, вот что вам делать, да, это вообще-то история про психотерапию. То есть, вот, начать психотерапию, разобраться в себе, вот. А определиться вообще, что с чем у вас, что к чему, вот, что к чему, что почему. И, ну, тогда уже действовать. Вот. Это первое. То есть тут как бы ответ очевиден для психолога. А дальше вы пишете, встречалась с парнем год, один раз расстались из-за разногласий в быту. Пишите вы. Да? Значит, год вы встречались, такой. Срок средний, то есть, ну, предельно средний срок, вот, конечно. И что важно здесь? Здесь важно, в первую очередь, что между вами общего. То есть, вот, какой базис, фундамент отношений, на чем он построен. Потому что много разных фундаментов может быть. Много, много, много. Но от этих фундаментов, от фундамента отношений зависит все остальное. Вот. Люди этому мало придают значения, но вообще-то это очень, очень важный момент. Вот. Поэтому. Первое. Это именно фундамент. Какой фундамент ваших отношений? На чем он базируется? На чем он основан? Дальше. Вы говорите, что расстались с человеком из-за разногласий в быту. Вот. То есть проблемы настолько серьезные, да, между вами были, что их нельзя было решить иначе, как расставшись. Ну, судя по тому, что вы пишете, да? Дальше вы говорите, что потом опять решили сойтись. Вот это вообще очень интересно. А что изменилось? Что изменилось между вами, что вы решили сойтись? Вот. То есть, ну, вы решили уступать. А человек решил как-то уступать вам, да? То есть вот что изменилось? Как вы пришли к тому, что вот нужно сойтись? А то, что решили сойтись, неплохо. Вообще неплохо. Здорово, когда люди вот решают как-то вот дать отношениям, там, грубо говоря, еще один шанс. Это круто. Но ведь без каких-то решений, без каких-то выводов, да, без какого-то поиска компромиссов, все это лишено смысла. То есть, если вы просто сходитесь с человеком, да,
и при этом остаетесь той же самой. То есть если ничего не меняется, то проблемы, они ведь будут, ну, вот, снова проблема. Никуда не денутся, они никуда не уйдут. И поэтому мой к вам вопрос, а как мы приняли это решение? Вот как вы приняли решение сойтись? Какие были выводы, какие были договоренности, если были. То есть, как, с чем вы пришли, опять, ну, в отношения. Вот. Это вот очень важный момент, как мне кажется. На который нужно вот, серьезное внимание вам обратить свое. Дальше. Сейчас понимаю, что у меня нет сильных чувств, но если я расстанусь с ним, то буду по нему скучать и захочу вернуться. Ну, то есть мы здесь, по сути, говорим о чем? Мы здесь говорим, по сути, о привязанности. По сути, мы говорим о привязанности. По сути, мы говорим о том, что вы к нему привязаны. Вот, по сути. И, по сути, мы говорим о том, что он вам вот, ну, просто нужен, вот как опора какая-то. Вот. Мы тут говорим об этом. А опора в чем? Вот. Давайте подумаем. Опора в чем нужна? Вот вы говорите, что будете скучать по нему, да? А почему конкретно вы будете скучать? То есть, если я буду скучать, значит, мне чего-то не хватает, да? Ну, как бы, логично. А чего не хватает, если вот вы будете скучать? Если вы чувствуете, что вот скучать будете, чего не хватает вам вот здесь? Ну, вот в этом контексте. Вот. То есть тоже, согласитесь, ну, довольно важный момент, как мне кажется. Вот. И это тоже очень важно увидеть вам, как мне кажется. Вот. Это тоже очень важный аспект. Почему вы будете скучать? Чего вам будет не хватать? Ну вот, в контексте человека, да? Что такого он вам дает, например, что вы вот, ну, без него, там, допустим, будете скучать и не хотите вернуться. А к чему вы захотите вернуться? То есть вы возвращаетесь, вот, что называется, куда? К чему вы возвращаетесь? Это тоже такой очень деликатный момент. То есть, если мы возвращаемся, то к чему мы возвращаемся? Куда мы возвращаемся? Ну, вот. То есть мы же ведь, ну, чего-то хотим, да? Вот. Вот к чего мы хотим? Что нам нужно? Это вот такой момент. Вы пишете, возможно, я еще не нагулялась, мне не нужны серьезные отношения. Значит, что вы имеете в виду и что наводит на... Что вы имеете в виду и что навело вас на такую мысль?
что вам не нужны серьезные отношения. Опять же, ни в коем случае я с вами не спорю. То есть, ну, может быть, это и так. Вот. Но мне бы хотелось просто уточнить. Вот как вы к этому приходите? Как вы понимаете, что это вот так? Из чего вы делаете такой вывод, что серьезные отношения мне не нужны? Может быть и не нужны. Может быть. Но так как-то вот давайте попробуем разобраться. Вот. Что такое серьезные отношения для вас? Требуете ли вы себя обязательно и, ну, от себя их построить, да, обязательно? То есть, если вот у вас такое требование к себе, если есть, то что оно из себя, опять же, представляет это требование? То есть, вот такие моменты, да, вот их все нужно рассмотреть. Вот, сейчас это, вот сейчас, на данный момент, это больше как такая общая панорама. Но никак не что-то конкретное. А хотелось бы именно вот конкретики. Хотелось бы именно конкретики, хотелось бы конкретики от вас, потому что, ну, это вот конкретика, она здесь как бы, ну, предельно важна. Вот. Дальше вы говорите, что либо я боюсь остаться одна. Ну, довольно вообще смелое, я бы сказал, замечание насчет того, что вы боитесь остаться одна. То, что вы это признаете, это уже само по себе хорошо, потому что многие люди этого не признают. Вот. Но, опять же, что на это указывает? Что указывает на то, что вы боитесь остаться одна? Откуда такие мысли? Опять же, не просто так они к вам пришли, эти мысли. Ну, я так думаю, да, то есть есть какие-то основания у того, что к вам приходят в голову именно вот такие мысли, такие идеи. Складывается впечатление, что вы от себя очень настойчиво чего-то требуете, вы от себя очень настойчиво чего-то хотите, от себя очень настойчиво чего-то хотите. Вот. А это вот как-то не получается. Ну, не получается, в смысле, вот, реализовать. Как-то вот. Ну, как-то не выходит. Не выходит как-то это реализовать. И вот вы себя как-то вот заставляете, пытаетесь, и вот не получается. Вот, ну, в такую форму, в какую бы вы хотели, наверное, не получается. И вы вот, значит, мечетесь, стараясь найти вот, ну, какой-то путь для себя, стараясь найти какое-то решение, может быть, для себя, вот. А этого решения как-то нет, и вот вы чувствуете тревогу. Вот, вот так это выглядит с моей какой-то, ну, с моей какой-то вот точки зрения, скажем так. Вот. А могу ошибаться, ну, вот, могу чего-то неверно, да, понять, конечно же, потому что информации мало, а вот в данном случае здесь есть только вот
я повторюсь, какая-то такая общая панорамка и все. Вот этого крайне мало. Вот поэтому хотелось бы больше информации. Вот, но совершенно точно встречаться, значит, с человеком только потому, что вы боитесь остаться одна, или только потому, что без него вы будете скучать, это абсолютно бесперспективная история. Абсолютно. Вот. Лучше всего, если вы это признаете, зафиксируете и просто вот дадите себе такую возможность, да, себе разобраться. То есть просто вот так, окей, что? Окей, что происходит сейчас вот со мной? Что происходит и чего я хочу? Я чего хочу сейчас? Что мне нужно сейчас? К чему я стремлюсь сейчас? Вот. И так далее. А дальше, значит, мы говорим о ссорах, да? Ну вот вы говорили, что с молодым человеком поссорились на бытовой почве, то есть, ну, из-за каких-то бытовых моментов вы говорили, что поссорились из-за этого. Вот. А мне хочется спросить вот ваш вклад в эту ссору, вот в эти ссоры бытовые, да? Какой ваш вклад? Вот именно ваш вклад какой? Если вот вы так вот, ну, откровенно достаточно признаете, что, ну, что, да, что я ссорилась, да, что, вот, есть, вот, какие-то у вас, значит, ну, какие-то проблемы, да, какие-то вещи, по которым, например, ну, никак вот не получается, да? Допустим, найти компромисс. Вот. А почему вы считаете, что обязательно найдете компромисс сейчас? Почему вы считаете, что вот тогда не получилось, да, а сейчас получится? Что изменилось? Наверное, вы считаете, что что-то изменилось, да, но вот что именно изменилось? Нам не ясно, мы не знаем, что изменилось. Мы этого не понимаем, что изменилось. Вот, именно поэтому я вот вас и спрашиваю об этом. Потому что на все эти вопросы вам нужно ответить. Вот, на все эти вопросы. И тогда, я думаю, будет вот какое-то, будет понимание, да, будут какие-то идеи у вас, будут какие-то мысли у вас, опять же. Вот, и я думаю, что именно тогда вы сможете себе как-то вот ответить. А что же со мной? Да, то есть, вот, что со мной происходит? Чего я хочу? Что мне надо? Вот. И так далее. Я думаю так. А вот, самостоятельно, вот вы можете, конечно, самостоятельно, вы можете с этим не разобраться.
Вот, и поэтому нужен вот психолог для того, чтобы вам помочь. Вот, чтобы указать, показать, вот, обратить внимание на какие-то вещи, ну, важные вещи, да, вот, для вас, имеется в виду. И чтобы вы не скатились в привычную модель мышления своего, потому что вы можете это делать. Вот просто, ну, просто привычным образом, да. Начнете думать привычным образом, и все, в принципе. Вот. И опять все будет как раньше. Вот. То есть вот, ну, вы не додумываете просто вот, а мысль ваша. Вот. Вот вы спрашиваете, что делать, да? Ну, я бы мог вам, ну, как-то вот вопрос на вопрос ответить здесь, да? Что делать, чтобы что? Вот, ну, в зависимости от того, что хотите видеть, да, в зависимости от того, какой хотите результат, вот, ну, в зависимости от этого и действуй нужно. Вот. То есть, если в себе разобраться, ну, это одно, если вы в себе хотите разобраться. Если там, с человеком там отношения как-то вот, ну, наладить, да, и так далее, это другое. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.